18 марта вступает в действие новый закон. В каждом автомобиле должен быть светоотражающий жилет. Его необходимо надевать в темное время суток во время остановки на трассе. Представители госавтоинспекции и Таван-радио в марте проводят акцию, цель которой — напомнить водителям о том, что в каждой машине должен быть теперь жилет. В течение дня на волнах родной радиостанции ведущие сообщают, где инспекторы ждут водителей, чтобы подарить им светоотражающие жилеты. Во вторник 5 автолюбителей, которые в нужное время находились на базовом проезде, были рады встрече с автоинспекторами. Слышала о том, что нужны вот эти жилеты. Я вообще отслеживаю изменения в правилах дорожного движения. Сама не нарушаю. У меня вообще за 11 лет один штраф. И желаю всем того же самого. Не нарушайте правила дорожного движения. Эти жилеты в темноте помогают увидеть человека. Буду возить в машине. Я и собиралась его купить. У нас большинство аварий с самыми тяжелыми последствиями происходит в ночное время, вечернее время, в условиях ограничений видимости. И поэтому мы очень рассчитываем, что вот это нововведение поможет снизить аварийность на наших дорогах. До начала действия этой нормы есть еще время, так что можно успеть купить такой жилет или в пятницу слушать Таван-радио. В эфире будет озвучен адрес, по которому автолюбителей будут ждать инспекторы дорожно-патрульной службы.